Главы муниципальных районов сегодня обсудили вопросы развития местного производства товаров и услуг. В Якутске прошел семинар. На нем главы представили проектные планы и программы. Также речь шла о ситуации на рынке труда в сельской местности. Помимо этого, участники ознакомились с дорожной картой местного производства. По развитию местного производства Министерство инвестиционного развития и предпринимательства определено как координатором. Но вместе с тем, конечно, в этой работе задействованы все органы власти. Задача глав на местах найти и определить проекты по местному производству. И основной целью, конечно же, будет создание рабочих мест. Карты по развитию местного производства состоят из ведомственных и межведомственных мероприятий, организационных мероприятий, финансовых и нефинансовых мероприятий.